Здравствуйте. Вопрос по этапам. 14-15 этап, хотя бы ориентировочно, если это возможно. Примерно их длительность и когда завершится 15 этап. Сами этапы разработал я. Так, потому что надо с нуля было сделать фактически целую отрасль. Но инвестиции привлекал не я, а инвестиционный фонд. И это от меня не зависит и независимо. Но вы знаете, что не все инвестиции до нас доходят. Есть реферальные выплаты, есть отъемы, там, имущество в Литве и так далее, есть потери. И вот за то, что дошло до нас, мы сделали, видите, как много. И в этапах мы не знали, будут ли форс-мажоры. Они были и не раз, вы знаете. Та же Литва отбросила нас на 2 года. Но тем не менее, посмотрите, как мы много сделали. Даже вот в этих условиях, так? И поскольку финансирование было недостаточным на всех этапах, ни один этап не закрывался по плану, ни один. Просто нельзя было тянуть, ну что, один этап тянуть там 10 лет, что ли. Поэтому все этапы были закрыты с недофинансированием, чтобы вы знали. А многие думают, о, уже там столько-то этапов закрыли, уже столько денег собрали. Да это не так. И во многом это зависит от того, как сработают наши инвестиционные фонды. Понимаете, это от меня не зависит. Мы работаем с колес. И делаем то, что мы можем делать сегодня, исходя от тех возможностей, которые у нас есть сегодня. Понимаете? Поэтому мы движемся быстро вперед. Скоро будут адресные проекты. Очень скоро. Скоро пойдут крупные инвестиции, очень скоро. Скоро заработает криптовалюта наша, хотя это часть другой программы. И очень скоро мы отстроим нормальное, серьезное финансирование. Скоро, я могу так сказать. Дату я назвать не могу. Тогда мы закроем все эти этапы. Actually for Nigeria, I am the ambassador of Skyway to Nigeria. We find out in my country we have a huge problem of waste and energy. So what can you do to help us solve those problems and to make the future better for the generation unborn? Thank you. Ну, понимаете, СКВ – это же не благотворительное общество или там фонд. Что мы можем сделать? Если оттуда поступят заказы и будут финансирование, будем делать то, что те же струны, дороги строить. Или это. А сами мы не можем. У нас нет на это денег, чтобы кому-то помогать. Дай Бог, нам бы помогли. Форду не обращались на с Нигерии, не говорили, а чем вы нам можете помочь? Они покупали автомобили, этим помогали Форду развивать промышленность. И он ее создал, автомобильную промышленность. Буквально меньше, чем через месяц, я вообще узнал о существовании этого проекта, о существовании вас. Был удивлен, потому что, ну, как-то в мире капитализма все завязано на деньгах, а тут для людей эффективно, эргономично, дешево, быстро, уникально. Это большая победа не только вас, но и всех тех, кто помогал все это время. И я готов хоть сейчас, с любой секунды, любой минуты выполнять все ваши указания в составе вашей команды. Заявление или резюме могу лично вам дать я? Вот такой у меня Нет, лично спасибо за поддержку, за вот такое отношение. Очень большое спасибо. Нет, лично мне не надо. Я не занимаюсь набором кадров. У нас есть компания, там есть отдел кадров и так далее. И у нас действительно кадровый голод. Нам нужны десятки специальностей. Если по вашей специальности нам нужны специалисты, ну, возможно, вы придете к нам работать. Я не знаю этого. Есть такой сайт jobs.tut.by. Там размещены десятки вакансий о струнные технологии. Зайдите, посмотрите, создайте свое резюме, откликнитесь. Если вы нам подходите, добро пожаловать в наши ряды. Прежде всего, позвольте поблагодарить вас, Анатолий Эдуардович. И мы благодарим Бога, что вас послали на эту землю. Потому что ваша дорога – это не просто небесная дорога. Это защита людей
землян, это защита экологии, это защита животных. И я как представитель международной экологической организации, которая существует в Украине, вам хотела задать вопрос. Транспорт – это прекрасно. А скажите, когда вы будете строить города для людей, тоже экологически чистые, безопасные, в которых люди могут дышать свежим воздухом, пить чистую воду и есть чистые продукты? Спасибо большое. Так, первый шаг в этом был сделан. Вот у меня давно возникла идея линейных городов. И я первый грант Организации Объединенных Наций на эту работу получил в 1998 году. А второй грант в 2002 году. И я помню встречу с заместителем генерального секретаря Организации Объединенных Наций Клаус Тофер. Он до этого был министром инфраструктуры Германии, Объединенной Германии. И мы встречались с ним в Мальмё, в Швеции, где я привез одну из первых моделей струнного транспорта. И он говорит, у вас хороший проект, хорошая технология. Сейчас идет активная урбанизация. Население городов мира возрастет на где-то 3 миллиарда человек в течение там, 20-30 лет. И люди пойдут жить в существующие города, в Нью-Йорк, Мехико, Токио, Москву и другие города, где для них нет жилья, нет рабочих мест, для их детей нет школ, нет больниц. Но они туда полезут жить и работать, как куда. А если вот вы покажете и сделаете это, то мы будем продвигать проект. Они не реализуют, они могут только продвигать проект. Для того, чтобы в эти наши линейные города, построены совсем другой логикой, пришли жить миллиарды человек. И вот второй шаг серьезно сделан уже в этом году. Как я сказал, мы стали экспертами и партнерами ООН по умным городам. В данном случае, считай, линейные города. Это мы можем туда через ООН провести вот свои взгляды, технологию строительства принципиально другого типа городов, где земля отдана для жизни растениям, цветам, садам, животным, да, людям. Мы часть же земли, часть же биосферы мы. И надо ходить по траве, а не по асфальту, не босиком лучше всего, да. Чтобы дети бегали, не боялись, и родители не боялись, что их задавит автомобиль. Потому что транспорт на втором уровне. И он безопасный, экологически чистый. Поэтому в следующем году уже будут серьезные подвижки в этом отношении, и у нас уже появится скоро трибуна, в том числе трибуна Организации Объединенных Наций, для продвижения вот этого направления. Вопрос. Вы планируете построить, компания планирует построить тысячи километров, а то и 100 тысяч километров, миллионы километров дорог. Понятное дело, что человеческими ресурсами просто человек не сможет это физически сделать. Это должна быть какая-то роботосистема. И на одном из вебинаров проскочила информация, что у вас существует какая-то идея, зарисовка или уже, может, какой-то проект имеется ходячего робота. Что именно у вас сейчас есть, помимо просто идеи? Ну, во-первых, я не согласен с вами, что только роботы могут строить. Когда Генри Форда спросили как-то, вот его мечта какая, он говорит, хочу, чтобы земной шар опоясали автомобильные дороги. И построено 36 миллионов километров дорог. Но я что-то не видел там роботов. Но это за сотни лет. А мы нет, подождите, а не только что за год. Вы что... Когда автомобиль появился, в 50-х годах в Москве по Красной площади еще телеги ездили с лошадьми. Замещение будет идти десятки лет, тут не надо иллюзий. Я инженер, я понимаю, что нельзя мгновенно это сделать. Поэтому роботизация будет, безусловно. И автоматизация будет, безусловно. И первые, не то что наметки, уже серьезные проработки, вы можете найти в той же монографии, о которой я говорил. Где есть даже иллюстрации, когда робот-завод, как шагающая машина, идет, переступая через реки, проходя болото, у него длинное, и после себя оставляет готовую дорогу. Вот, такой проект есть, и он есть в моей монографии. Но
А мы не можем создавать этот робот сегодня. Чтобы создать, надо минимум 100 миллионов долларов. Ну, создадим робот, вот это ничего не будем делать, кому он нужен. И что он будет строить? Это понятно. Когда? Да. Поэтому сейчас мы не можем ничего продемонстрировать. Но потом продемонстрируем, поверьте. И эти технологии уже и дальше продвинулись. У нас уже есть дрон. Это робот. А для чего дрон? Вы думаете, так просто появился, что ли? А как в горах строить? Как туда опору завести? А как, допустим, струну через реку перетянуть? И не только для этого. Военный вертолет. Летчик застрахован на 5 миллионов долларов. Второй летчик тоже на 5 миллионов долларов. Для того, чтобы обучить летчика, надо 5 миллионов долларов. Еще страховка. Потом сбили самолет с летчиками или вертолет. Представляете, какие потери, да? А этот железяка сбили, так это. Да? То, что он робот. Поэтому роботы мы делаем не только то, что чисто касается Skyway, но и все сопутствующие технологии, отрасли, мы тоже там работаем. Добрый день. Я с Екатеринбурга, с Урала. Я вот хотел узнать, когда начнется производство уже в промышленных масштабах мотор-колес, которые разработали? Мотор-колесо как самостоятельный продукт, он имеет очень маленький рынок, на самом деле. У нас нет цели делать мотор-колеса. У нас цель делать мотор-колеса для Skyway. Понимаете? И мы эту потребность закрываем. А сейчас наштамповать моторы, которые никто не купит, ну какой смысл? Мы можем быстро развернуть производство, производить их тысячами, десятками, это не проблема. И, кстати, если у нас есть потенциальный заказчик на крупную партию мотор-колес для автомобилей, а не для Skyway, тоже оттуда, с того региона, из Тюмени, где я, кстати, учился и в Тюменском индустриальном институте. Им нужно несколько десятков тысяч моторов. Good afternoon, Dr. Unitsky. First of all, I want to say thank you for the opportunity that you have given us. We love you. And I didn't understand Russian, so I don't know if the question I'm asking is you have already announced. So I apologize. My name is Cloris Flint. I'm from United Kingdom, London. I would like to ask if when are you expecting to finish the stage 15? And also the second question is, I have people from the Philippines who have gathered 31 engineers who would love to come and study with you and also put some investment. So they are ready to do some project, both private and government project for the Philippines. How we can approach to come over and how they can put some money towards the remaining funding that you require. Ну, я говорил уже о закрытии этапов. Скоро, дату не могу назвать. Я сказал, почему. По поводу того, что инженеры с Филиппин будут продвигать проект, ну, это как примерно, вот есть Boeing, они делают самолет, инженеры с Филиппин, допустим, продвинут разработку, развитие самолетов Boeing. Ну, это, естественно, так не может быть. Только мы можем продвигать проект, потому что у нас есть кадры, обученные инженерные кадры, которые знают, что такое, как его развивать, как изготавливать и как это в адресных проектах реализовывать. Поэтому такая помощь не нужна. Но если там есть хорошие инженеры, то они будут работать в нашей компании. Ради бога, мы открыты для специалистов из любой страны. Я из Петербурга с интересом, значит, наблюдаю за вашим проектом еще с тех пор, как у вас был полигон в Озерах. Грузовик оттуда стоит здесь сейчас на входе. Мне именно этот вариант струнного транспорта, вот поставленные машины на струны, у вас еще в книге 100 вопросов, 100 ответов есть автобус на струнах, казался наиболее интересным и перспективным именно вот, например, для нашего города Петербурга, где бы он идеально подошел. Вы, вижу, от этого проекта отказались. Наверное, есть серьезные причины, по которым вы отказались от того, чтобы вот реальные машины, вот грузовики, автобусы ставить на струны, что уже не надо строить модули и сертифицировать что-то. Вот есть автобус, поставил на струны и пустил. Понятно, понятно.
всегда, когда возникают новые отрасли, то вот то, о чем вы сказали, традиционно возникает. А зачем мы вагоны будем делать? Давайте в виде дилижанса сделаем. И были вагоны в виде дилижансов. Потом автомобили. Ну, давайте тоже автомобиль в виде дилижанса. Ну, понимаете, все-таки телега и транспорт общественный, ну, это все-таки не совсем то, да? Так вот, то же самое. Не надо тянуть из старых отраслей то, что там есть. Ну, не надо паровой котел тянуть, допустим, в самолет. И стальные колесные пары для самолета, чтобы по рельсам он взлетал, да? Наверное, там нужны свои стандарты. И поэтому вот эти, то, о чем вы сказали, решения не оптимальны. Они нужны были для, не для того, чтобы показать, какая классная машина ЗИЛ. ЗИЛ плохая очень машина. Она расходует много топлива, она тяжелая. Она ненадежная, она ломается постоянно. Зачем это все? Да? То же самое и автобусы. Они не наши модули. Они абсолютно в другой логике построены. Представляете, едет юнибус, и там выхлопная труба, и дымок, да, с автобуса на стальных колесах. Поэтому это как какой-то этап, ну, еще можно было бы, но он прошел этот этап. Okay, now the point is I'm ambassador also for Nigeria and Africa countries. My question to you is now, I have people who's ready to give a lot of money in the project. I can say it is about billions of dollars. I want to bring them soon in contact with you. But what is the possibility, if we have the money, can we ready to build this in the next 2-3 years in Africa countries? When we have the money, we create it, but we have the people for create it. This is the next point. You can have the money, but you need also the people who can create it in this country. Can we be ready to do this in the next 2-3 years in these Africa countries? Мы можем быстро все это организовать, у нас есть такие возможности и ресурсы. Просто часто одно просто желание иметь проект, это одно. А потом оказывается, что там нет ни денег, нет ни возможностей и так далее. Да? И поэтому там, где хотят реализовать проект, мы не, это не значит, что мы должны бросаться сейчас в любую страну. Вот, ой, нам нужно. Так нужно всем. Поэтому, если есть готовность заказать и финансировать проект, мы готовы его будем реализовать. Спасибо, дорогие друзья. Спасибо. Это была конференция вопросов и ответов. Я вас люблю!